Итак, астероид DHA диаметром 45 метров и массой 130 тысяч тонн благополучно разминулся с Землей, пролетев мимо нашей планеты на расстоянии 27 тысяч километров. По космическим меркам это совсем близко, в 14 раз меньше расстояния от Земли до Луны. Жители Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Австралии могли наблюдать за приближением астероида в обычный бинокль. Вопреки всем тревожным прогнозам, приближение DHA-14 не сопровождалось метеоритным дождем, так что ничего нового